Всем привет! Прямо по курсу конечный университет, но я заверну по 21 маршруту. Сейчас расскажу почему. Салоне можно вырубить. Поедем без подсадки. Так вот, моего сменщика на тягаче затащили в депо, он поменял машину. К этому времени подошел и я, выехали. Но не тут-то было. Внезапно выяснилось, что задняя дверь не закрывается. Благо, далеко не уехали, вернулись в депо. Там уже готовились менять машину, но один очень хороший слесарь решил переставить распределитель с другого троллейбуса. Сделали, но я уже не успевал выезжать по расписанию. На Красную площадь ехать опасно. Оставалось только ждать времени прибытия на пригородный автовокзал. Но проблема в том, что в депо стояли уже три троллейбуса первого маршрута. И диспетчер по выпуску чуть ли не умолял выехать из депо, что я и сделал. И оказалось, что я выскочил прямо перед носом моего заднего. Нагнать расписание я уже не мог, впереди была четверка. И пришлось потом ехать по 21 маршруту, конечно, по согласованию с диспетчером. И вот я здесь, это способ встать в график. Теперь уже некуда спешить. Аккуратно.
Придется все-таки постоять. Маршрутка, конечно, не очень хорошо стоит. Ну да ладно. Пойду сниму штанги. Четвертый приехал. Надо валить. Еще пару остановок и будем на маршруте.
Включаем свет. Ну все, мы на маршруте. Дальше, как обычно.